Некто Михаил Щелконогов в сообществе «Тоска по интеллекту» сделал публикацию. Люди боятся быть обеспеченными. Вот сейчас, когда люди не знают, где взять денег, потому что трудности наступили, он сделал неожиданную публикацию. Люди боятся быть обеспеченными. Но, видимо, он провоцирует, чтобы они были, стремились. Люди боятся быть обеспеченными. Кто объяснит, почему? Ау! Где вы, специалисты, эксперты сетевого и традиционного бизнеса? Почему люди инстинктивно страшатся стать финансово независимыми? Боятся иметь деньги, стать обеспеченными? И как преодолеть этот страх? Какие возможны варианты? Конечно, перво-наперво приходит в голову, что страшно становиться обеспеченным в стране, где бандитизм со всех сторон. Но не это все-таки основная причина. Не это. Есть еще более глубокая причина. И вот я написал эссе, которое называется так. Потому что при всей привлекательности это неестественно. Деньги противоречат существу человека. Помимо бандитизма, в идеальной стране человек инстинктивно бежит от денег. И имеет деньги дискомфортно. Особенно это ясно с наступлением темноты и когда закрываются магазины. Люди избегают их иметь, потому что это неестественно. Миллионы лет он жил свободно, человек. И лезть в паутину никому не охота. Пример. Мама, договорившись с отцом, хотела мне платить в детстве по 5 рублей за пятерку в школе и 4 рубля за четверку. Но тройки почему-то не финансировались. Это были хорошие деньги. Можно было и в кино сходить, и съесть котлету с лапшой и компотом. Не прижилась эта система. Никак. Хотя пытались ее внедрить несколько раз, и все безуспешно. Вот, глядя на это, я и говорю, деньги противоречат существу человека, его свободе.